Всем привет! Мы под Дрезденом. Это Морицбург Шлосс, замок Морицбург. Охотничий замок саксонских королей. Вот такой он, как на картинке. Вокруг него пруд, который называется Шлёстайх, замковый пруд. И он находится как бы на острове. За ним парк. Очень красивое зрелище. Мы были внутри, смотрели музей. Все красиво, все старинное. У меня много видео, где он снят поближе. Заходите, смотрите. Вокруг парка и замка можно покататься вот на таких вот экипажах. Инфраструктура здесь хорошая. Есть кафе. Есть различные учреждения, можно покушать и попить.